бомбу, то есть. Так, Фелки, я вернулся. Да, блин, ты хватит ты шуметь. А ты что, либо отдаешь мед? Ты что? Офигел? А ну быстро иди, бродовай мед. Ну быстро иди, бродовай мед. Засранец малолетний. Вот, про эти ножницы я вам имел еду. Че он там до сих пор стоит? Вот, видите, эти ножницы, я про них имел еду. Прямо про них. Там можно этими ножницами проехать. Ну и еще в втором магазинчике. Где 10 чел. Вот, видите? Я вам уже показывал эту штуковину. И сейчас я прорезу. И там за мной чик-чирик. Вот, видите? Чик-чик. И здесь надо пропрыгать. Тут картон паркует. Оп. Там же так же. Там так же. Уф. Вон он. Ну там всего лишь взрывной чик-чирик. Давайте-ка мы пройдем. Знаете что? Тут паркур. Не знаю, у меня получится или нет. Я еще не проходил. Но я здесь уже играл токен. Кстати. Я не понял, как туда попасть. Но я пытался даже этот токен взять. Кстати, вы видите эту подозрительную стенку? А? Кажется, она нам что-то намекает. Я еще не знаю, что намекает. Ну давай. Кстати, сюда как-то можно попасть из-за этих чел даже. Кстати, если бы можно было стать этот знак, тогда бы мы бы запрыгали туда. Кстати, я хочу посмотреть, что там. Ладно, не буду смотреть. Блин, пошли лучше сюда. Опрыгаем паркур. Кстати, отсюда он никак не вернулся. Там какой-то череп. Потом туда пойдем. И типа, как туда-то прыгнуть, а? Я не понял. С такой высоты туда допрыгнуть. Я даже раньше не мог туда допрыгнуть. Я был самым классным, но никак не мог допрыгнуть. Опа! Спилурага! Ты чё себе? И мы сразу в магазин попали. Блин. Кстати, этот медведь вас может убить иногда. Нет, конечно, но может. А, не эта стена. Красная стена может вас иногда убить. Это та самая красная стена, которая там была. Блин, ну я никогда не замечал это место. Подарок! Ну, хоть наконец-то можно забрать. А вы что, издеваетесь? Как я спустим? Да есть, Семён. Блин. Ну, я не знаю, как это купить. У меня уже есть один аккумулятор, а этих шин ни разу не видел. Может, она там? Она какая-нибудь шин. Там раньше прятался крутой папа. Теперь он там не прячется. Я не знаю, я давно не смотрел крутого папу. И все, уже вот забылся. Так, идем в то место, где мы почикали. Но там до сих пор открыто. Ну, там будет не вечно, если что. Если что, не вечно оно там будет. Только ножницами там можно прочикать. Это когда вышло обновление. И когда еще были эти... Ух ты, какой-то кубик. И когда еще были эти тенчики. Ну, тенцы эти. И стоит. Вот они еще остались. Вон там этот взрывной... Нет. Хочете, покажу вам доказательство? Только надо как-нибудь попробовать.
вот, и еще открыто просто. И смотри. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Надо от него валить. У него много хп. Он опасен. Очень. Он еще ударяет, забыл сказать. А что, от него надо убегать. Ребят, я же вам показал, если вы не знали, то тогда пропустите эту часть, пока я уничтожаю тебя. Пока я уничтожаю этого тебя. Блин, ты что, бегавший? Я снова делаю. И какие там? Прикати. Ну, наконец, прикати. Ой-ой. Что-то у меня больше не бьет. Да хотя у него. Да у него больше не бьет. Да вы что жаки? Ой, кажется, это зря сказал. Блин, да твои. Ты чё? Офигел? Блин, хватит на меня охотиться. Да блин, чёлки, быстрее там, а то я без вас не выжил тут с этим птенцом. Да чёлки, уничтожайте этого птенца. Уничтожайте уже этого птенца. Пока он не выбился, блядь. Он в защите так. И мы его дамажим, когда он в защите. Поэтому это немного другая. Он в защите, потому что... Ого, целых три бомбы! Что она, я думаю, один, что она... Да нет, ох.